На круглосуточном информационном канале «Брянская губерния» программа «События». В студии Оксана Измерова. Здравствуйте. 25 апреля – важный день в истории Брянской области. Наш регион провел Международный форум Победы. В этом уникальном масштабном межгосударственном проекте приняли участие более 250 человек из государств СНГ, стран Балтии и Грузии. Проведение Международного форума именно в Брянской области еще раз подтверждает высокую степень доверия президента Российской Федерации правительству региона и высокую оценку патриотического воспитания молодежи в области. Но все по порядку. Мы подробно расскажем вам о форуме в хронологическом порядке. Итак, вечером 24 апреля почетные гости прибыли в Брянск. На вокзале представительную делегацию встречали хлебом с солью. Высоких гостей приветствовал глава Брянского региона Александр Богомаз. Дорогие гости, мы рады встречать вас на нашей брянской хлебосольной земле. С чистыми помыслами, с доброй душой и величайной песней. Первый высокий гость, начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, приятно удивлен теплым приемом. Очень хорошо, доехали. Но поезд такой, он удобный. Слушай, мне не то слово просто, мы 4 часа мы даже заметили. Да, 4 часа, да. Центр Москвы. Ни разу не здесь. Ни разу? Давно Брянск не пестрил таким количеством гостей. Делегации из Азербайджана, Молдовы, Литвы, Кыргызстана, Абхазии, Грузии и других стран. Межнациональный праздник начинается прямо на перроне. После небольшого отдыха в гостинице участники форума Победы отправились посмотреть уникальные памятники истории, мемориальные комплексы Хацунь и Партизанскую поляну. Участникам Международного форума победителей поведали историю чудовищного и безжалостного истребления жителей деревни Хацунь. О том, как войска вермахта с присущей им жестокостью убили 318 человек, а после сожгли дотла и саму деревню. Эта жуткая история у многих гостей вызвала отклик. Растроган я увиденным. Потому что я многое слышал, но когда непосредственно все это видишь, это уже совершенно другие эмоции, впечатления. Преклоняюсь перед памятью защитников Брянской. У нас в Абхазии была тоже война, мы знаем цену свободе, спокойной жизни. Все поколения, которые будут сюда приходить и понимать, как важен мир, как страшна война и как важна память, и вот как последний может быть предохранитель. Я из Украины, и я понимаю, чем оборачивается забвение, чем оборачивается извращение истории, памяти. Это приводит войну на порог нашего дома, моего дома. После такой экскурсии остаться неравнодушным – это вообще нереально. И действительно, вот такие вещи нужны. Нужны они молодежи, в первую очередь, чтобы пропагандировать, что вот это вот западное засилие в наше время сейчас, особенно через СМИ, через социальные сети, через интернет, пропаганда насилия, пропаганда того же фашизма, чтобы она не проникла в наши души, в наших молодежи. Затем участники форума отправились на Партизанскую поляну. Комплекс основан на том месте, где накануне немецкой оккупации в сентябре 1941 года был проведен общий сбор Брянского городского и Брянского районного партизанских отрядов. Можно сказать, что здесь было поднято знамя священной борьбы за свободу и независимость нашей Родины. Действительно, сюда можно приводить делегации не только с СНГ, но и зарубежных. Главное, надо сохранить вот это святое место, где шли действительно кровопролитные бои. Я впечатлен. Это самые трагические события, бои как раз под Брянском, под Смоленском. То есть, когда враг подходил к Москве, когда уже, в принципе, на территорию Российской Федерации враг пришел, вот наиболее ожесточенные бои были именно вот в этом месте. Поэтому моя мечта осуществилась, я сюда приехала и увидела своими глазами. Я просто в восторге. Такой прием теплый, дружеский, прям самого Брянска не сдерживаю чувств. Очень все нравится,
все так затрагивает душу. Даже сейчас я не могу сдержать слез. Просто огромное спасибо, что здесь все это так сохранилось, все это так помнится, все эти мемориалы, эти фотографии, что ничто не забыто и никто не забыт. После экскурсии каждый гость унес в душе частичку брянской истории. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин, события Брянск. Ранним утром 25 апреля Международный форум победителей «Великая победа, добытая единством» начался с церемонии возложения цветов на площади партизан. На площадь партизан прибыли делегации почетных гостей. Более 250 человек из государств СНГ, стран Балтии и Грузии, делегации городов и районов Брянской области, юнармейцы. Мне очень приятно, что я принимаю участие на таком торжественном форуме, посвященном партизанам времен Великой Отечественной войны. И мне вдвойне приятно, что мы знаем, что 20-я краснознаменная горно-кавалерийская дивизия, которая была сформирована в Таджикистане, она принимала участие в освобождении Брянской области, входила в состав Брянского фронта. И мы имеем огромное количество примеров мужества наших повстанцев в освобождении Брянщины. Великая Отечественная война унесла более 26 миллионов жизней. И на площади партизан святом для каждого жителя области мести вспоминали тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в немецко-фашистских концлагерях. Вспоминали тех, кто дошел до Берлина и Праги, тех, кто спас миллионы жизней. История, она едина, вот, и переписать ее невозможно. И простые люди, граждане наших стран, они прекрасно это понимают, разделяют ту гордость за эту великую победу. Мало какое событие в истории человечества может сравниться с победой советского народа в войне. Народа, который сплотился в единое целое, независимо от своей национальности и веры, и вышел на бой с коричневой чумой. Большая неожиданность, что весь город накануне 9 мая украшен уже в символику Великой Победы. Для нас это, знаете, у нас в стране совсем другие. У нас советская символика приравнивается к свастике, поэтому вот первое появление, вчера мы приехали, настолько это удивило, настолько удивило о том, как здесь чтят победу, насколько бережное отношение к ветеранам. Как бы кто ни пытался переписывать историю под себя, память все равно сохранит то, что было на самом деле и как это было. Потому что так великий праздник, это День Победы был, есть и будет всегда память людей. Уникальные фотографии, документы, личные вещи командиров и комиссаров партизанских отрядов. В рамках Международного форума победителей состоялось торжественное открытие историко-документальной выставки «Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля». «Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля». Это цитата из партизанской листовки. Здесь же, на выставке, действующий печатный станок, на котором народные мстители делали свои брошюры. Еще одна интерактивная зона – партизанская землянка. Сегодня вот в рамках форума мы открываем эту выставку. Я хотел бы сказать огромное слово признательности и благодарности руководству Российского государственного фонда социально-политической истории за то, что здесь сегодня представлена данная выставка, которая основывается на реальных фактах, которые подкреплены документами, фотографиями, на тех реальных событиях, которые происходили в нашей стране, в общей стране, в Советском Союзе и на нашей Брянской земле. Это, конечно же, сегодня очень важно. Почему? Да потому что мы видим, что происходит в мире, как пытаются исказить историю, как пытаются представить не только наша молодежь, но и многие средства информации, исторические факты, которые основаны не на документах, а на тех же информации из сети интернета. И вот сегодня для всех, для нас, для нашего подрастающего поколения очень важно, чтобы наши потомки знали настоящую историю. А эта история сегодня представлена на данном стенде. Ну и, конечно, я хотел сказать огромное слово благодарности и нашим архивам, нашим музеям, которые также в рамках данного форума представили свою экспозицию, которая рассказывает
о брянских партизанах. О брянских партизанах, о их вкладе в победу в Великой Отечественной войне. Я думаю, что вот такие мероприятия, такие форумы, они будут способствовать дальнейшему воспитанию нашей молодежи и дальнейшему процветанию нашей страны. Уникальную экспозицию подготовили Российский государственный архив социально-политической истории и брянские музеи. Редкие фотографии, документы, личные вещи. Каждый экспонат рассказывает о многонациональности партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань уважения участникам многонационального всенародного движения за свободу и независимость Отечества. Мужество, героизм, сплоченность и единство народов Советского Союза в борьбе с врагом. Благодаря вам мы можем стоять и говорить о том, о вашем подвиге, о подвиге всех советских людей. Большое вам спасибо и низкий вам поклон. Отдельная тема – собирательный образ брянского партизана, который знал лес как свои пять пальцев, о котором в своих письмах близким с ужасом рассказывали немецко-фашистские захватчики. Брянские партизаны известны везде. Брянские партизаны боялись немцы. Они писали про них в своих письмах, писали о том, что они повсюду, и они нигде. И они, конечно, очень-очень их боялись. До 9 мая выставку смогут посетить перед спектаклем все зрители театра драмы. Екатерина Карманова, Владимир Сидоров, «События Брянск». После торжественного открытия выставки участники международного форума отправились на пленарное заседание, где в разных аспектах обсудили тему подвига партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне. Наш регион выбран местом проведения форума не случайно. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Также всеми признана огромная роль партизанского движения и подполья в разгроме фашизма в Великой Отечественной войне. Пленарное заседание началось с исполнения гимна Брянской области. После выноса копии Знамени Победы начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов зачитал приветствие Владимира Путина к участникам форума. Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия в Брянске международного форума победителей Великой Победы, добытой единством, подвиг партизан и подпольщиков Великой Отечественной войне. Ваши традиционные встречи, проходящие в преддверии Дня Победы, являются важным консолидирующим событием в жизни граждан, государств, участников СНГ. Участники форума – более 250 человек из государств СНГ, Грузии и стран Балтии, ветераны войны и труженики тыла, видные общественные деятели и политики, ученые-историки, представители общественных организаций и патриотических движений, журналисты-эксперты, молодежные лидеры и студенты. Уважаемые гости и участники форума, дорогие ветераны, я рад сегодня приветствовать от себя и от всех жителей Брянской области, всех вас на нашей героической и легендарной Брянской земле. Для всех нас это большая честь и ответственность принимать международный форум «Великая Победа», добытая единством, подвиг партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны. Мы, жители Брянского края, с раннего детства воспитаны в таких понятиях, как патриотизм, любовь к родине, верность Отечеству. Для нас это непростые слова. Это основа наших нравственных ценностей, которые мы свято чтим, бережно храним и передаем из поколения в поколение. Проведение форума в год 75-летия освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков для всех нас, для тех, кто ценой собственной жизни дал эту победу, особенно для нашего молодого поколения, является действительно дорогим и очень важным подарком. Героические страницы истории нашего края уходят в глубину веков к нашим далеким предкам. Подвиги уроженцам земли Брянской и всех тех, кто в разные годы ее защищал, оберегал и возрождал, были и остаются примерами истинного патриотизма и любви к своей малой родине. Мы свято чтим всех. От героя Куликовской битвы, брянского монаха-воина Александра Пересвета, неустрашимых народных мстителей, брянских партизан, ранивших фашистов в годы Великой Отечественной войны, до героев современной России, чьи ратные трудовые подвиги вписаны золотыми буквами в историю Отечества. Победа
Великой Отечественной войне навсегда стала символом мужества и героизма, доблести, смелости, патриотизма, незабываемой воли многих народов мира. Именно поэтому 9 мая считается всенародным праздником, праздником, посвященным подвигу поколения победителей. Но, как говорят, у нашего подвига нет срока давности. И святая обязанность живущих сегодня – это сохранение исторической правды о героических страницах Великой Отечественной войны. О бессмертном подвиге солдат разных стран и народов для наших потомков. Ведь это им продолжать славные традиции наших предков, беречь самое дорогое, что есть на этой земле – мир и свободу. Особое слово благодарности организаторам за определение главной темы форума 2018 года. Она посвящена подвигу партизан и подпольщику Великой Отечественной войне. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз на защиту Родины встали все, и стар, и млад. Представители всех национальностей и народностей, вероисповеданий и социальных групп. Их объединила одна цель – освобождение родной земли от врага и разгром гитлеровской войск. Величайшее мужество проявляли бойцы Красной Армии на фронтах войны, дружники тыла, ковавшие оружие победы, партизаны и подпольщики, действующие на оккупированной территории. Партизанское движение стало важным фактором победы советского народа над фашистской Германией. 29 июня 1941 года была принята директива Совнаркома СССР и ЦК РКП, которая предписывала создавать партизанские отряды, диверсионные группы для борьбы с захватчиками. За короткое время партизанское движение создало мощный фронт вооруженной борьбы в тылу врага, который тесно взаимодействовал с регулярными войсками Красной Армии. Партизанские отряды и соединения были сформированы на всех 16 временно оккупированных регионах страны. В тылу врага сражались более миллиона народных мстителей. Это были рабочие крестьяне, интеллигенция, люди разных возрастов, мужчины, женщины, подростки, представители различных национальностей СССР и других стран. За проявленное мужество, героизм и самоотверженные действия в годы войны более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями. 248 стали героями Советского Союза. Легендарные партизанские командиры Сидор Толпа и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды. Яркой страницей летописи Великой Отечественной войны является героическая борьба брянских партизанских отрядов. Не случайно непроходимые брянские леса и песня «Шумел сурово брянский лес» стали символами партизанского движения. На брянской земле действовало 139 партизанских отрядов, которые были объединены в 27 бригад. В них воевало более 60 тысяч бойцов. В годы войны здесь плечом к плечу сражались советские патриоты более 42 национальностей, а также антифашисты из многих европейских стран. Значительный вклад в борьбу гитлеровскими войсками внесли участники интернационального подполья, расположенного в поселке Сещи Дубровского района, во главе с легендарной Анной Морозовой. Подпольщики совершали диверсии на немецком военном аэродроме, добывали ценные разведданные, вели агитацию среди местного населения. Брянский край стал территорией, где в годы войны возникло нерушимое боевое братство партизан славянских народов. Именно в брянских лесах были сформированы и отсюда начали свой победоносный путь партизанские соединения белорусских и украинских отрядов Сидора Колпака, Алексея Федорова и Александра Соборова. В ходе партизанской войны брянские отряды уничтожили свыше 150 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Более тысячи немецких эшелонов живой силой и техникой были пущены под откос. Выведены из строя 226 танков, 120 самолетов, большое количество другой военной техники. На территории Брянской области было взорвано более 100 железнодорожных и свыше 4000 деревянных мостов. Более 300 километров железнодорожного полотна, выведено из строя 500 километров телеграфных линий. Уничтожено 300 военных складов, разгромлено 400 гитлеровских штабов, гарнизонов и комендатур.
брянские партизаны и подпольщики сорвали отправку в Германию более 250 тысяч советских граждан. В феврале 1942 года брянские партизаны полностью освободили от фашистов Дятьковский район и восстановили там советскую власть. В течение нескольких месяцев в кольце врага действовала партизанская республика. Развернутая рельсовая война брянских партизан заставила немецкое командование перенаправить на Москву отвлечь на борьбу с народными мстителями большое количество войск детей. Уникальная партизанская операция по взрыву Голубого моста в Ленинском районе на месяц задержала переброску вражеских войск и вооружений в направлении Курской дуги. Не случайно на первой встрече председатель Государственного комитета обороны СССР Иосифа Сталина с партизанскими командирами 1 сентября 1942 года 10 из 17 присутствующих были представителями нашего Брянска. Родина высоко оценила подвиги брянских партизан и подпольщиков. Более 16 тысяч наших земляков были отмечены высокими государственными наградами. 12 удостоены звания Героя Советского Союза. Еще два партизана были отмечены золотыми звездами героев России уже в 90-е годы. И совсем недавно, в 2016 году, указан президент Российской Федерации звание Героя России посмертно присвоено Анатолию Горшкову, почетному гражданину города Брянска, который руководил крупными операциями брянских партизан за линией фронта. Мы гордимся своим партизанским Яринским краем. Безмерно благодарны поколению победителей за то, что подарили нам право жить и трудиться под мирным небом. И сколько бы лет не прошло с той страшной войны, наша цвета обязанность чтить и помнить, какой ценой была добыта Великая Победа. В 2009 году ветераны Брянской области с инициативой обратились в Государственную Думу Российской Федерации об установлении календарей памятных и праздничных дат празднования Дня партизан и подпольщиков. Инициатива наших ветеранов была поддержана и указом президента России с 2010 года 29 июня, в день, когда появилась легендарная директива Совнаркома СССР ЦК ВКП о создании партизанских отрядов, в нашей стране ежегодно отмечается День партизан и подпольщиков. Это и стало тем самым главным потомком сохранения истории о подвигах людей разных стран, многих национальностей в самой жестокой и кровопролитной войне в истории человечества. Именно поэтому День Победы – священная дата на все времена, символ нерушимости духовного единства, согласия и верности Отечеству. Идут годы, сменяется поколение, и 9 мая появилась еще одна хорошая традиция, которая навсегда стерла границы, расстояния и годы, снова объединила миллионы людей, от мала до велика, бессмертный полк, где в одном строю идут люди разных возрастов, профессий, религиозных убеждений и политических взглядов. Потому что, как и в мае 1945-го, победа одна на всех. Эта акция не просто победный марш, это мост между прошлым и настоящим. Ради сохранения памяти простых солдат о подвигах ратных и трудовых. Особенно актуально это в наше время. Мы видим, как ряд европейских стран уничтожаются и оскверняются монументы воинов, спасших Европу и мир от нацизма. И мы обязаны сделать все для того, чтобы подобное никогда не повторилось на нашей земле. Об этом недавно сказал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Наша память – это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы. История 20 века показывает, каким страшным последствиям может привести такая идеология, античеловеческая в самой своей сути. Говоря о греческих страницах Великой Отечественной войны, сегодня мы сожалеем лишь об одном.
все меньше рядом с нами остается героев этого страшного времени. Дорогие ветераны, я сегодня, пользуясь случаем, хочу сказать вам огромное спасибо. Низкий вам поклон главным участникам форума, ветеранам Великой Отечественной войны, присутствующим в зале, и тем, кого сегодня нет рядом с нами, кто находится дома со своими близкими. Ваш героический подвиг дал нам возможность сегодня жить в мирной и процветающей стране. Простите, говорить на родном языке и строить планы на будущее. Ваше поколение по праву является поколением победителей. А ваш пример очень важен для нас, для наших потомков. Мы будем бережно и свято хранить память о героической борьбе. По крупицам собирая документы, свидетельства очевидцам тех лет. Оберегать и восстанавливать памятники обелиск погибшим в той страшной войне. Уважаемые участники и гости Международного форума, дорогие ветераны, хочу поздравить вас с наступающим Днем Победы. Пожелать всем мира, добра, а участникам форума успешной работы, плодотворного обмена мнениями и новых интересных встреч в отношении героической брянской земли. Один из ключевых посылов пленарного заседания – не допустить искажения истории. В зале и на сцене те, кто знают о Великой Отечественной войне не из фильмов и сомнительных источников сети. Это реальные свидетели тех событий. Я хочу сказать, что вечная память, низкий поклон тем, кто добывал победу на фронте и в тылу годы Великой Отечественной войны. В годы войны на оккупированной территории Советского Союза действовали более 6 тысяч партизанских отрядов и соединений. Только в Брянской области среди народных мстителей насчитали 42 национальности. Сейчас их потомки собрались для того, чтобы освежить историческую память. Советский народ удивил и восхитил мир размахом и силой народного сопротивления, которое выразилось в масштабном, невиданном мировой истории партизанском движении. Ни в одной европейской стране, оккупированной гитлеровцами, не было ничего подобного. Мне пришлось прочитать дневники немецкого офицера, который два года с 40 по 42 прослужил в оккупированной Франции, а затем был переброшен на Восточный фронт, вам сюда. Если во французской части дневников он рассуждает о великой миссии арийского духа, немецкого оружия, описывает свои гастрономические пристрастия, посещение ресторанов, кафе, театров, любовные похождения, прочие стороны сытой, спокойной, безмятежной жизни, в другой части дневника за каждым словом страх. Вот животный страх за свою жизнь. Отчаяние, ужас. Никакой веры в победу немецкого оружия. Ни одних ресторанов и театров. Фиксация того, сколько сослуживцев сегодня погибли от двух партизан. И полная обреченность, постоянное ожидание смерти. Кстати, именно это деморализующее влияние на врага было огромной заслугой партизанского движения, не меньше, чем диверсионной работы. Повторяю, нигде в Европе и близко ничего подобного нет. Выступающие с трибуны говорили не только о ключевых событиях партизанского движения в контексте той или иной национальности, но и разбавляли общую картину личными историями о своих предках. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что проведение такого форума здесь, на Брянской земле, которая прославилась своим героизмом, мужеством, именно своими партизанскими отрядами, которые здесь... Действительно, враг не мог чувствовать здесь себя спокойно, потому что партизанское движение вот на Брянщине, оно, пожалуй, занимает особое место в истории Великой Отечественной войны.
И я сказал об этом в своем выступлении. Кроме того, что Азербайджан поставлял на фронт нефть и масла, и бензин, кроме того, что в Азербайджане очень было поставлено лечение, потому что было много госпиталей, люди приезжали. Кроме того, что я сам с удивлением узнал, готовясь к этому выступлению, что люди просто собирали свои золотые изделия, серебряные изделия из своих домов, передавали это для фонда обороны, для того, чтобы страна могла бороться. Я думаю, что вот сегодняшним молодым людям тоже это было бы интересно узнать. Я думаю, даже сегодняшняя молодежь плохо себе представляет, как можно из дому или от себя что-то отдать для того, чтобы кто-то где-то воевал. Конечно, вот те ужасы, которые пережили те территории, которые были подвержены оккупации и проходили военные действия, там эта память живет больше и как глубже. Но мне кажется, вот сегодня уже мало фильмов снимается, мало книг пишется, эту пропаганду надо усиливать. И особо мне хотелось бы подчеркнуть, что это связано с моей семьей, лично с моим отцом, потому что он возглавлял концертную бригаду и больше полутора месяцев провел именно здесь, на Брянском фронте, и имел благодарности от подразделения Брянского фронта. И самое главное, что тогдашний начальник политуправления, генерал-майор Пигунов, писал очень теплое благодарственное письмо, которое вот хранилось у нас дома, и я привез копию для того, чтобы передать вот в музей Брянска. Вы знаете, много можно говорить на эту тему, и сегодняшний форум еще раз показал, что люди говорят на эту тему, и люди сопереживают тому, что произошло более 70 лет тому назад. И самое главное – сохранить вот это чувство, чтобы оно было, чтобы мы понимали, что мы на земле не одни, никакие нации не могут превосходить другие нации, и никакие страны не должны давлеть над другими странами. Наверное, вот это самый главный итог сегодняшнего форума. Одно из самых эмоциональных выступлений народного артиста СССР Василия Ланового. Дорогие друзья, во-первых, я хочу поблагодарить Брянск за то, что сегодня я вновь пережил мгновение с начала концерта вот там, на площади. Пережил мгновение, которое я переживал, вернувшись после 3,5 лет оккупации ребенком под Винницей на Украине. И когда мы были освобождены, и потом, когда мы переехали, вернулись в Москву снова, вот чувство, вот воздух, люди, глаза, которые тогда, в 1945 году, с 8 по 9 мая выходили ночью на улице, обнимали, целовали, плакали после речи, которую Юрий Борисович Левитан произнес, наш главный родийный бог, вечером 8 мая. Вот эти чувства я сегодня пережил. Свою речь Василий Лановой завершил песней из кинофильма «Офицеры». Присоединились к нему ребята из патриотического движения «Юнармия». Хотим опять 25, трудный путь пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался, погоди, те, кто брал. На пленарном заседании форума состоялась и торжественная передача родственникам солдатского медальона Илариона Стетюхи. Останки защитника Отечества обнаружил брянский поисковый отряд «Патриот» на местах боев 50-й армии в Карачевском районе. У каждого народа, у каждого государства есть свои взгляды на те или иные исторические события. Умение донести реальную правду о войне, реальную историю Второй мировой войны до европейских граждан, и прежде всего для молодых, до молодых граждан, конечно, это в высшей степени важно. А самое главное, знаете, нам нечего стесняться. Иногда мне кажется, что мы очень скромны в своих, как бы сказать, в своих поступках, я бы даже так сказал. Нам нечего стесняться, потому что мы знаем, кто выиграл в этой войне, кто развязал Вторую мировую войну и кто понес за это ответственность.
И в этом смысле тот форум, на котором мы присутствуем сегодня в Брянске, форум, который еще раз подчеркивает, что мы победили все вместе, все страны постсоветского пространства, все народы, которые живут на постсоветском пространстве. Проведение столь масштабного мероприятия для Брянской области – огромная ответственность. Участники форума отмечали высокий уровень организации и гостеприимства принимающей страны. Доверие президента к правительству нашего региона и лично к губернатору оправдано. Артемий Маркелов, Екатерина Карманова, Владимир Сидоров. События. Брянск. Неоценим подвиг партизан и подпольщиков Брянщины в Великой Победе. Знают это во всех странах бывшего Советского Союза. Однако сегодня поисковые отряды сталкиваются с проблемой. Найти останки героев не так-то просто. Как объединить работу стран-победителей в увековечении памяти воинов? Этому посвятили одну из встреч в рамках Международного форума победителей. В фойе Брянского драмтеатра люди неравнодушные к истории Великой Победы. Поисковики из разных стран, историки. Летопись войны в солдатском медальоне. Сессия форума под этим названием поднимает проблемную тему. Партизаны и подпольщики. У них-то медальонов или других опознавательных знаков порой и не было. И эти вопросы увековечения памяти погибших особенно актуальны для увековечения памяти партизан и подпольщиков, которые не являлись, естественно, регулярными частями Красной Армии, не так много сохранилось. Хранилось документов, они в разных архивах, в разных фондах. И здесь важно не просто посидеть, поговорить, а принять конкретные меры, объединиться историкам, поисковикам, архивистам разных государств и вместе искать героев войны. Форум победителей – уникальная площадка для этого. У меня уже второй год лежит просьба от жителя Белоруссии Горбачевского Андреевича, который в детстве был в подпольной группе в Смоленске. Группа, организованная военнопленными смоленского лагеря, ну, красноармейцами, конечно. И он очень хочет увековечить их память. Но сделать это по законодательству можно только если есть документы, а не просто воспоминания одного человека. Опытом работы поделились брянские поисковые отряды. Отмечают, проделано много, много найдено останков, много памятных вещей передано родственникам. Важно и то, что останется в умах молодого поколения. Действительно, героически сражались. Даже, к примеру, возьмем брянских партизан. 60 тысяч брянских партизан, мы учтем из них детей и женщин, уничтожили 120 тысяч немецко-фашистских захватчиков. То есть на каждого партизана, грубо говоря, по два немца. А Сергей Садовников занимается военной археологией в Европе. Один из его отрядов провел уникальную поисковую работу в Польше. Были найдены останки 180 воинов. Установлены имена большинства из них. Нашлось 30 семей павших солдат. Часть их в России, часть в Грузии. И чем плотнее будут связи стран-победителей, тем больше будет подобных историй. Ведь даже сложно представить, сколько еще неизвестных осталось лежать в земле. Андрей Мамошин, Иван Зюрев. События. Брянск. Форум завершился поздним вечером в драматическом театре. Участники приняли итоговую резолюцию. По каждой теме этого мероприятия принято решение. Напомню, в рамках форума были проведены рабочие сессии. Научно-исследовательская, поисковая, молодежная и сессия, посвященная реализации информационной поддержки общественных инициатив. По ключевым темам дискуссии подготовлено итоговое заявление форума. Подробный отчет в ближайших выпусках программы «События». В заключение хочу акцентировать ваше внимание. Форум дал старт масштабному межгосударственному движению по подготовке к 75-летнему юбилею Великой Победы, в рамках которого в 2018-2020 годах в государствах Содружества планируется проведение приоритетных мероприятий, направленных на сохранение общей исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействие попыткам фальсификации ее истории. Мы еще вернемся к этой теме. А я напомню, что новости и программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Партнер выпуска магазин деловой одежды «Дресс-код». Улица Объездная, 30. Торговый центр «Аэропарк». Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Работа стилистов-парикмахеров, ногтевой сервис, визаж. Мы создадим настоящий шедевр, будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка. Все это и другое будет выглядеть не только безупречно, но и естественно. Почувствуйте себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 74 00 75. Ты красива, и это просто.